Дорогие клиенты и подписчики, у нас новое поступление норковых шуб. Новые модели и расцветочки. Сейчас все это посмотрим. Появился новый фасон шубы Автоледи. Цвет лесной орех. Длина примерно 80 сантиметров. Капюшон кобра из пышной куницы. У шубки есть пояс. Капюшон цельный, смотрится великолепно. По-моему, самый красивый цвет. А вот еще одна шубка Автоледи под пояс. Модель рубашка. Снизу подол немножко овального типа. Капюшон кобра, открытый. Можно его здесь застегнуть, чтобы было тепло. Капюшон цельный из меха куницы. Шубка отлично смотрится. Капюшон очень красивый. Его можно носить как капюшон, как воротник. Отлично будет смотреться. Рекомендую к примерке. А вот еще одна шубка оверсайка. Женский фасон. Размер побольше. Цвет колотый лед. Белый. Капюшон куница. Внутри проходит пояс кожаный. Манжет можно подвернуть на 3/4. Вот, смотрится, конечно, шикарно. Шкурка паркетиком, кармашки на магнитах, капюшон объемный из куницы. Отличная, хоть сам бы носил. А вот еще одна шуба «Летучая мышка». Эти шубы элитного класса, высокого качества мех, рысь. Это новые фасоны, новые модели этого года. Красивый цвет, колотый лед, капюшон из меха рыси. Внутри продернут пояс норковый. Вот, рысь очень красивая. Такая свободная оверсайка. И капюшон из рыси. Шикарно, конечно, смотрится летучка. Рекомендую к примерке. Вот еще одна шуба летучка, цвет дымка. Внутри пояс, модель свободного кроя, плавно сходящее плечо, это не реглан с полоской, оно плавно сходит, капюшон из куницы цельный, красивая расцветка, такая светлая, но не сильно, такая немножко приглушенный цвет, приятный, спокойный, шуба красивая, вот. Очень хорошая модель. Рекомендую к примерке. А вот еще одна оверсайка. Модель летучая мышка из новой коллекции. Расцветка посветлее, чем та, которую мы сейчас с вами смотрели. Удобные карманы, плечо. Такой регланчик рукав. Капюшон из куницы. Он здесь застегивается. Можно его застегнуть вот так вот. Капюшон отворачивается. Как воротник, как капюшон. Очень удобная, комфортная. Это все из новой коллекции. Модель удачно скроена. Рекомендую к примерке. А это вот еще одна шубка. Летучая мышка. В очень большом размере. Внутри поясок кожаный. Объемный такой капюшон. Воротник. Капюшон застегивается. Все. У нас, кстати, появились шубы очень большого размера. Размерный ряд у нас от 40-х до 80-х. Если большая шубка нужна, пожалуйста, приходите. Много моделей. А вот еще одна новинка. Тоже у нас такой не было шубки. Длина за колено, паркетная раскладка шкурок. Такой нежненький цвет, приятный, пудрочка. Карманы велюровые, на магнитах, под пояс. Капюшон кобра. Его можно застегнуть, чтобы было тепло. Можно ходить вот так. Великолепно смотрится. Капюшон цельный, прям вообще. Даже вот так. Он свободный, с запасом, на высокий рост хорошо будет. Плечо реглан.
манжет отстегивается. Вот по спинке посмотрите, как она. Отличная модель, классика, светлая, свежая, красивая. Хорошо смотрится, легко, приятно на душе. Рекомендую к примерке. Поставщик нам выдал классику. Длина за колено, модель строго прямая, как старые добрые времена. Шкурка хорошая, густая, набитая, в пластинах модель, в пластине. И капюшон из куницы. Сочетание очень хорошее, вот так он застегивается. Сочетание очень хорошее. Мне шуба понравилась. Вот она по спинке, посмотрите как. Отличный фасон и цветовые решения. Обязательно к примерке. Вот еще одна новинка. Модель кокон, прямая, к низу немножко зауженная. Накладной кармашек, в карманах очень удобно, внутри велюр. Вот. Цвет очень красивый шуба, называется колотый лед. Капюшон кобра. Почему кобра? Потому что вот так идет на спуск. Здесь застегнуть можно и тепло. Вам будет шея тепло. Ну и капюшон. Посмотрим. Шуба вообще обалденная. Очень красивая. Ну, по меху говорить много не буду. Посмотрите, мех густой. Вообще плюшечка такая нежненькая, хорошая. Манжет отстегивается здесь. Мех везде хороший. Это такие элитная коллекция. Нам поставщик предложил на продажу элитные вещи. Смотрятся вообще по-другому. Вот. Так что, как придете, скажите, хотим померить элитные шубы. Я вам их выдам. А вот, пожалуйста, посмотрите, эта модель, как мы только что смотрели, но другой цвет. Расцветка такая нежная, более приятная. Норочка набитая, хорошая, густая. Тут манжет отстегивается, кармашки. Шкурка паркетиком, вся сделана шуба паркетиком. Капюшон шикарный, такой богатый, насыщенный. Называется цвет куницы, каменная куница, каменная куница. Здесь тоже можно застегнуть. Вот, ну фасон такой удачный, норк хороший, на высоте все тут прям отличное. Хороший фасон. Таких шуб у нас две. А вот еще одна такая же шубка, прямая, немножко зауженная к низу. Цвет капучинка. Норковый пояс, манжет отстегивается, объемный капюшон. Вот, шикарная модель, очень красивая. Мех великолепный тут, все отлично. Хороший фасончик. Таких шуб у нас три. А это почти такая же шуба, как мы только что с вами смотрели. Цвет капучинка, богатый капюшон из куницы, темный цвет, тоже плечо реглан, норка воздушная, шелковая, размер побольше. Ну, норочка тут великолепная. А это супер модный халат. Длина примерно 1,15 м, 1,20 м. Здесь есть пуговка. Можно застегнуть. Продернутый пояс норковый. Манжет можно подвернуть. Будет очень элегантно смотреться с перчаточкой, сумочкой. Вот. Расцветка очень красивая. Капюшон. Объемненький, хороший. Модель великолепная. Цвет очень красивый. Норки. Небесно-голубой. Куница тоже хорошая, тут все. Отличная модель, красивая. Рекомендую к примерке. Ух, а это черная норка.
Даже застегивать не буду. Смотрите, какая огромная. Большой размер шубы, просто огромадный. Великолепно смотрится. Шубка воздушная, как халатик. Кармашки тут накладные, все удобное. Капюшон объемный. Это капюшон из куницы. Вот, норка хорошая, тут все. Шуба большого размера. Появилась шубка Автоледи. Прямой крой. Внутри проходит пояс норковый. Вот он завязывается. Кармашки накладные, аккуратные. Внутри велюрчик, очень приятно рукам. Объемный капюшон, он здесь застегивается. Капюшон. Такая шикарненькая моделька, красивая. Классический крой прямой, ничего лишнего. И в то же время хорошо обыграно капюшоном. Размер приличный, не маленький. А вот шуба Автоледи. Модель рубашка. Снизу идет такой полуовальчик. Спереди подлиннее, сбоку покороче и по спинке. Красивая расцветка, дымка, шуба с капюшоном. Необычный цвет. Первый раз такую расцветку вижу. Вот манжет. Отстегивается. И капюшон удобный. Шубка классического кроя. Здесь пуговка. Цвет графит. Шуба с капюшоном. Плечо реглан. Размерчики есть разные. Моделька хорошо скроена. Вот. Расцветка графит. Таких шуб у нас три. Шуба халат. Прямой крой. Спущенный рукав. Здесь можно манжет сделать. И капюшон объемный кобра. Под заказ размерчики могут быть разные. Вообще мы возим любые шубы на заказ. По фотографии. Фотографии можете сбросить. Будет такая же вашего размера. Привезем, придете, померите. Без залога, без обязательств. Понравится, возьмете. Не понравится, откажетесь. Вот красивая шуба. Здесь богатый такой насыщенный цвет графит. С черным переход. Смотрится шикарно. Такой халатик свободного кроя набросили и пошли. То есть он не смотрится капитально, как шуба. Прям такой элегантный, легкий. Советую. А вот классический фасон. Цвет графит, модель кокон. Шуба прямая, немножко зауженная к низу. Оригинальные кармашки здесь так вписываются. Вот. Их и не видно, и в то же время видно. Капюшон имеется у шубы. Цвет графит, такой светлый, приятный. Вот. Размерчики разные есть. Вот мех густой, хороший здесь. Вот она, шубка по спинке. Отличный фасон. Классическая модель. А вот еще одна кимоношка. Прямая шуба, чуть-чуть зауженная к низу. Внутри пояс. Внутрь проходит, внутри в шубе норковый пояс. Карманы. Спущенный такой плечо оверсайзик. Манжет можно подогнуть. Вот он. Хороший фасон. Куничка тут все по спинке. Тут у меня подогнут манжет, поэтому рукав короче. И капюшон. Ну, вообще великолепно. Такая классика. И цвет богатый, такой насыщенный, брауни. Горький шоколад. Хорошая шубка. Ну, а куда нам без классики? Это классическая шуба очень большого размера. Цвет махагон, шуба с капюшоном, длина чуть за колено. Такая шуба, не требующая никаких претензий, без претензий. Набросили и пошли, как в старые добрые времена. Классика никогда не вышла, не выходит и не вышла, и не выйдет из моды. Норка хорошая, я здесь вижу, густая. Поставщик нам выделил эту шубу. Вот.
Ну, великолепная шуба, красивая, хорошая. Вот посмотрите, махогон, густой мех, это легенда. Шуба, классика из махогона, никогда не выйдет из моды, можно смело ее брать. Пожалуйста, еще одна классика появилась. Это норковая шуба, цвет графит, длина примерно 105 сантиметров. Шкурки хорошие, набитые, густые. Шуба идет в пластине. Норковый пояс тут, не кожаный, а норковый, объемный такой капюшон из куницы. Вот он. Здесь застегивается, пуговица есть. Вот посмотрите. И по спинке. Кстати, данная шуба маленького размера. Кому нужна шубка маленького размера, но более длинный фасон, вот, пожалуйста, забегайте. Посмотрите. И снова мы возвращаемся к легенде. Норковая шуба, длина примерно 105 сантиметров, 110 в пластине, но здесь не пластина, здесь ромашка. Более живо, интересно сделано. Это легендарная шуба, которая никогда не выйдет из моды. Пожалуйста, классика у нас всегда была. И я думаю, она в моду войдет, придет ее черед. Вот. Ну а кто мечтает по классике, соскучился, пожалуйста, заходите на примерку. Есть чем побаловать вас. Вот норочка. Махагон. Любимый всеми, знакомый всеми махагон цвет. Добро пожаловать на примерку. Прямая шуба, классика. Цвет темный графит. Темный графит. Мех густой. Пластина. Отлично, модель подойдет на высокий рост. В такой шубе не холодно будет в любой мороз. Норочка хорошая тут, все густая. Отлично подойдет под высокий рост, либо под долгие зимние прогулки на свежем воздухе. Получите незабываемое удовольствие в такой шубке погулять 2, а то и 3 часа. Вот, великолепная вещь, шуба в наличии. Черная шуба, длинная шуба. Модель называется коктейль. Или можно назвать еще модель Гаде. В чем ее отличие и особенность? Она сверху прямая идет и где-то от талии идет в легкой трапеции. Такой юбочкой. Вот, но если раньше была просто в роспуск, как вот здесь, раньше, вот, то сейчас на современный лад стали шить паркетиком. То есть юбочка идет от талии вниз паркетиком. Спереди она более прямая, то есть нету фалт, которые не каждому нравятся. А вот сзади она наоборот играет. Вот снизу, посмотрите. Ну, также шуба с капюшоном идет. Капюшон не буду одевать. Мех густой, цвет черный бриллиант. Такую шубу нам дали одну штучку на продажу. Вот. А у поставщика есть все размеры. Если вам нужен большой или маленький размер, они сейчас все есть. Вот эту модельку зайдите примерить. Кому нужна шуба длинная, на высокий рост, зайдите примерить. Очень понравится. Она оживлять будет. Не просто прямая, она будет вас оживлять. Такой вид шубки более живенький. Еще раз хочу обратить внимание ваше на эту шубу. Мы сейчас смотрели длинные шубы, классические темные, а это такая же шуба, но в светлом цвете. Современная модная модель. У поставщика есть разные расцветки. Белые, желтые, зеленые, коричневые, черные, голубые, цвет золота разные есть. Вот такие модельки. Вот. У нас проходит акция «Обмен шуб ваша на новую с доплатой». Рассрочка без переплат. Любая шуба на заказ. Придете на примерку, понравится, возьмете, не понравится, откажетесь. Вот. Также у нас каждую неделю обновление коллекции. Каждую неделю новые фасоны, новые модели появляются. Если что-то понравилось из того, что мы смотрели, то, пожалуйста, приходите на примерку, пишите. Это была часть первая шуб. Привоз был большой, поставка большая. Так что я разделил на две части. Завтра выйдет ролик продолжение обзора новых коллекций. Не пропустите.
До встречи в магазине Шоп Меховой на Тверской, в Дубне, на левом берегу, дом Тверская, дом 14.